Память жива. Рейд с таким названием проводился в Саратове в преддверии 70-летнего юбилея Победы. Итоги мероприятия обсудили в городской администрации на постоянно действующем совещании. В ходе рейда специалисты посещали ветеранов и оценивали их жилищные и социально-бытовые условия. Всего побывали в гостях более чем у 6 тысяч человек, среди которых инвалиды и участники войны, а также вдовы погибших солдат. В ходе рейда была оказана помощь. Ветеранам обеспечивали телефонную связь, закупали лекарства и организовывали социальное обслуживание. Что касается ремонта жилья, в котором проживают участники войны, то он проводится по каждому обращению. Дойти до каждой мелочи, выслушать и помочь. К бабушке пришел, 18-летняя девочка сбежала со школы, воевала в Сталинграде. Значит, живет на Большой Дотонской. Вот она говорит, простудилась, ноги не ходят, помоги с коляской. Дал задание своим, проработайте, давайте купим ей коляску.